Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Сегодня я буду делать тирамису. Вот. И сейчас начнем уже приготовить сначала крем. Крем у меня сливки, у меня вот такие, 33%. Маскарпоне у меня самый большой. Вот где-то, сейчас я скажу, наверное, 500 грамм. Ну, где-то вот 500 грамм. Вот сейчас начну я приготовлю сначала. Значит, я брала такие кофе. Жакет. Здесь у меня, значит, кипяток. Ну, она уже такая тепленькая. Вот. Я буду сейчас открывать. Водички у меня здесь, значит, 200 миллиграмм. Вот. Берем мы кофе. Отправляем сюда. Пока один достаточно, а потом, если мало будет, мы приготовим второй. Пока будем готовить с одной пачки. Три в одном, так называется. Ну, вот это очень вкусно получается. Аромат такой прямо дает вкусно. Вот сюда мы добавляем, значит, ром. Вы знаете, что для тирамису намочить печеньки, это надо обязательно. Я на глаз делаю, но где-то вот можете 2 чайные ложки добавить. Вот. Добавили мы, значит, ром, вода, ром и какая-то кофе. Кофе Жаки. Ну, берите без кафе, что у вас в руках. Вот это мы сейчас приготовим, оставляем в сторону. Вот. И сделаем мы сейчас сразу крем. Значит, беру сливки. Так, сейчас я посмотрю. Здесь у меня где-то должно быть написано, сколько. Да, здесь тоже 500 миллиграмм сливки. Вот такие у меня. Чудское озеро называется. Сбиваю я сюда. Наливаю сначала, потом сбиваю. Так. Ну и чуть-чуть еще. До конца мы жмем, чтобы все вышло, ничего не остался там. Ну и потом будем взбивать сливки. 33% сливки взбиваем до готовности и потом уже добавляю туда маскарпоне, вместе взбиваю уже в миске и добавляю туда нутеллу. С нутеллой я буду готовить первый раз. Не буду давать сахарной пудры. Все. Значит, сейчас это будем. Так, значит, берем. Сбили мы вот такой кассетет сливки. Значит, добавляем сюда нутелла. Кто сильно сладкий любит, пусть добавляет еще сахарной пудры. Но вместе с нутеллой будет очень вкусно. Попробуйте. Тоже. Мы сразу сюда добавляем маскарпоне. Сразу сюда добавляем половину, то есть 250 грамм. Мы добавим сейчас маскарпоне. Потому что у нас, как вы знаете, что нутелла есть масло, из масла делает. Поэтому мы сейчас на 500 миллиграмм, значит, сливки мы добавляем 250 миллиграмм
добавляем нутелла и 250 грамм, значит, мы добавляем сюда наш маскарпоне. Вот. Все это сейчас я буду взбивать и делаем дальше. Так как уже мы приготовили наш крем. Вот. Теперь сюда. Мы сейчас, значит, берем, открываем сейчас печенье. Выглядит печенье вот такие. Они очень свежие. Берем вот такие образом. Берем, чтобы вы видели. Намачиваем в одну сторону. Вот так. И вставляем сразу в рот. Стеклянный. И вот так будем продолжать наши остальные печеньки. Намачиваем. Вот. И сейчас я сделаю и будем возвращаться. Как видите, я уже первый слой уже приготовила печенье. Теперь мы сюда добавляем наш крем. Вот. Сейчас я возьму удобные ложки. Вот. Первый слой сейчас мы сверху крем сделаем. Вот так. Равномерно вот так будем мазать. Кто не любит шоколадный крем, можете сделать сахарной пудрой, чтобы крем ваш остался белый, а сверху уже можно просто сыпать какао, да? Но таким образом, думаю, первый раз я готовлю с кремом. То есть я всегда готовила белый. Хотела сегодня попробовать с нутелла, посмотреть, как вкус. Ну, крем получился очень вкусно, поэтому я советую тоже приготовить, и так будет очень вкусно. Можно сделать белый и шоколадный, то есть внутри сделать шоколадный, сверху сделать белый, осыпать сверху какао. Тоже будет очень красиво выглядеть, когда будете резать. Но сначала мы сейчас будем готовить и отправим в холодильник, потому что его надо на ночь оставить в холодильнике, чтобы она у нас красиво весь крем пошла, и будем резать завтра. Сегодня буду делать, встретимся завтра, посмотрите, как она выглядит. Крем сделаем много, чтобы не остался ничего, потому что у нас вкус дает крем. Вот. Смело приготовьте. Надеюсь, и у вас получится. Тут ничего трудного нету, поэтому приготовьте с любовью, и у вас все получится. Вот, теперь мы сделаем сейчас второй. Вот мы сделали второй, значит, слой. Сейчас мы опять добавим сюда наш крем. Можно сделать еще третий слой, но я, наверное, не стану делать это. Поэтому, я думаю, достаточно будет два слоя. Самое главное, чтобы крем было достаточно. Сейчас. Я решила все печенье сделать. Только получается в одну сторону вот так. Как полнолуние, да, получается три слоя савоярди печенья, а здесь у меня два получилось, и весь крем. То есть мы сейчас сделаем какао, сверху сыпаем, да, и отправим уже в холодильник. Вот.
Савоярди печенье у меня было 400 грамм. На 4 их такие длинные пачки. Каждая, конечно, не смотрела сколько, но вот этот у меня получается очень большой тортик. Вы можете брать просто даже маленькие стаканчики такие, сделать как десерт и положить в холодильник. И уже сделать завтрак или вечером там угощать дома кто и будет у вас. Вот и так что готовьте. У вас все будет, все получится. Вот у нас получилось вот такая большой прям тирамису. Встретимся завтра, когда уже буду резать. Доброе утро, мои дорогие подписчики. Вчера, как вы знали, я приготовила, значит, тирамису. Сегодня уже снимали с холодильника. Сейчас буду резать, чтобы вы увидели, как выглядит наш тирамису. У нас остался у нас в холодильнике на ночь. Вот сейчас я буду резать. Буду резать как квадратик. Вот. Потом уже будем. Она уже такая прям приятная, мягкая. Дегустируем нашу тирамису. Вот как она выглядит. Вот я буду вот так попробовать, чтобы вот такая мягкая, прям воздушная. Видите? Дорогие мои подписчики, хочу вам сказать, что когда я приготовил крем с нутелла, с маскарпоне, да, получилось прямо очень сочно, такая воздушная крем, и никакие сахар не понадобился, потому что достаточно было по порции нутелла добавить маскарпоне и сливки, да. Вот, ну, получилось просто очень вкусно. Попробуйте. Это по моему рецепту получилось, но очень вкусно. Сильно сладкий. Вы не будете чувствовать по таким порциям. Вот, надеюсь, вам тоже понравится. Как видите, вот так прям красиво все. Хорошего просмотра, понравится. Ставьте лайк, подпишите на мой канал. Хорошего дня вам. Всем люблю, обнимаю. Мир вам и любви.